Ну, вот такой вот общий план тут нашего цветника. Тут табак вот только набирает цвет, а там вот уже большущие кустища. Здесь вот мамина розочка. Тоже уже вон. Ой, опять тля понасела. Сейчас тебя побрызгаю, моя хорошая. Тут флоксики отцветают. Гортензия. Тут, похоже, дёрен. Ну, его пересажу. Жимолость. Татарское мыло. Это вот галины подсолнушки. А там эти... Кстати, водосбор еще цветет потихонечку. Вот. Все такое яркое, красивое. Окна, правда, не покрашенные. Но сделаем. На следующий год. Флоксы вот тут цветут хорошенькие. Такие вот. Аромат уже идет. Душистый табак. Красивый вот этот сиреневый такой. Белого почему-то много. И пара красных у меня. Ой, ароматный какой. Здесь вот такая вот витиеватая начала распускаться. Поздняя. Это тут какой-то тоже сортовой, не пахнет. Ну, серовато, я бы сказала. Вот он розовый, с такими беленькими. Ну, самый невеста это белый. Вот такой вот розовенький пошел расцветать. Вот этот вот мне нравится. Вот такие вот красавчики. Не знаю, гортензия у меня отойдет, наберет ли цвет. Уже август. Ну, что-то никак не хочет цвести. Такая красотка. Вот она уже прям розовеет. А это вот еще беленькая. Большие такие шапки. Я прям не ожидала. Но в этом году она будет прям шикарная. Ее прям на сухоцветы красиво. Вот это вот, мне кажется, другая. Ну, вот такая вот розовенькая. Тут сиреневая вот отцветает. Посажу возле дома у нас. Такие вот хорошенькие. Ну и самый писк. Это вот эта белая. Белая моя кучка. Это табак душистый. Там вот сиреневая, а это белый.